На объездной дороге произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись грузовик и «Шкода». По словам водителя большегруза, он вместе с дочерью ехал из Сызрани в сторону Волгограда, когда неожиданно на перекресток со стороны песчаного умета выехала иномарка. В последний от удара сработали подушки безопасности, но пассажирку это не спасло. Как стало известно, в аварии погибла сотрудница медиахолдинга РИА «Радио Западной Сибири». В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован ее супруг, ехавший за рулем. Также в аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка грузовика.